уже и говорил в прошлый раз, это зрелище лучше секса, бухла, чего такое не угодно. Не стоит сходить пару раз в кабак, стоит приехать сюда, посмотреть все это происходящее. Вдохнуть этот воздух, побывать вот здесь 4-го энергоблока. Трубу скоро спилит, к сожалению. Скорее всего, будут надвигать конфаймент. Вот. Это хранилище переработка ядерных отходов. Сам реактор.